Путешествие 12-е в загробный мир. День 1. Мы находимся в родном городке конюха Федорова возле сарая, из которого он планирует отправиться в очередное путешествие. Слышны какие-то странные звуки. Боже, конюх! Зачем вы бьете себе кирпичом по голове? А ну-ка, тресни меня! Тресни давай! Да нет, ну что, ну как я могу? Да? Давай бей, вот сюда, в темечко! Да вы что, конюх? Бей, гаденыш, ну! Ну кто ж так бьет-то? Смотри, как надо! Ой, конюх, вы же убили корову! А ты что, их в живом виде любишь? Да нет, ну просто зачем? Во-первых, для эксперимента. Во-вторых, теперь полгода будет что есть. А в чем эксперимент? Понимаешь, мне ж надо в экспедицию идти. А куда? Я уже везде был. Кое-где даже по два раза. Например, в Геленджике. А не был только на том свете. Понимаешь? Вот, интересно же, как там? Опять же, родственников проведать? Да и вопросик хочется задать Шекспиру. Был он все-таки или его не было? А, простите, как вы туда собираетесь попасть? Вот, над этим я и экспериментирую. Бил себя кирпичом по голове, бесполезно. Пытался повеситься, не берет. Один тут мне посоветовал 10 бутылок водки выпить. Ну, в каком-то смысле неплохой совет. Удовольствие-то огромное, но к поставленной цели не приблизился. То есть вы пытаетесь по-настоящему умереть? Понимаешь, мне одна бабка нагадала, что умру я в возрасте 102 лет. Рюмкой водки подавлюсь. Причем не водкой, а именно рюмкой. Но я и подумал, что, во-первых, если уж я доживу до того, что не смогу рюмку проживать, то туда мне и дорога. А во-вторых, если она права, а бабки в этих делах рубят, стало быть, мне сейчас окончательная смерть не грозит. Ну, как-нибудь да воскресну. Ну ладно, пойду, корреспондент, на мельницу, нырну в жернова. Хочешь со мной? Нет. Да шучу я. Пойду, посплю. Путешествие 12-е в загробный мир. День 2. Мы находимся в кузнице городка, где живет конюх Федоров. Здесь он продолжит попытку отправиться на тот свет. На этот раз с помощью кузнеца Прокопича и кувалды, которую никак не зовут. О, извините, я волнуюсь. Ты понял? Изо всех сил и прямо в лоб. Давай. Че, уже ударил? Я ж тебе говорю, со всей силы шараш. А ну! Какой ужас! Конюх пошатнулся, но удержался на ногах! Ты кто? Кузнец. А чего кувалду держишь? Тебя ударить. А что я тебе такого плохого сделал? Конюх, вы же его сами поросили. А ты, очкастый, откуда взялся? Что, двое на одного? Да! Конюх, конюх, опомнитесь! Я тебе сейчас опомнюсь! Иди сюда! Корреспондент! Корреспондент! Ты чего на сосне делаешь? Сижу. А чего кузнец из колодца ногами торчит? Так вы же его сами туда. А чего мне не понравилось, чтобы он как обычно был? Просто он вас кувалдой ударил. Так я же его сам просил. Так он вам так и сказал. А я? А вы не поверили. У вас, видимо, память отшибла. О, это бывает. И что? И вот. Ага, ясно. Ну, дай-ка я его оттуда вытащу. Ой, мама! Да, а где же весь верх? Корреспондент, я от него верхушку куда дел? Не знаю, вы меня перед этим как раз на сосну забросили. Нехорошо с кузнецом получилось. Правда, ему так даже лучше. И рожу его красную не видишь, и перегаром ниоткуда не разит. Слушай, корреспондент, а положи это в тележку и свези его жене. Тебе не трудно, а ей пригодится. В огороде пугалом поставит. Зрелище-то отвратительное и для ворон непривычное. Конюх, ну как же, вы же убили его. Так что теперь? Если эксперимент удастся, найду его там, извинюсь, скажу: извини, верхняя часть кузнеца Прокопича не в себе был. Путешествие 12-е в загробный мир. День 3. Вот уже третий день конюх пытается покинуть наш мир и отправиться в царство теней. Сегодня он сидит в морозильной камере хладокомбината, чтобы умереть от переохлаждения. Мы осторожно открываем дверь. Ой, как холодно. Ой, привет, корреспондент. Как я выгляжу, а? Ничего, только синий очень. Ну, хорошо, значит, дело идет. Уже 2 часа здесь
сижу. Ой, а это кто? Это врач. Должен был смерть мою констатировать. Дурачок. Видишь, в валенках пришел, в шубе 20 минут посидел и все, доконстатировался. Какой ужас. Ну, чего, давай что-нибудь выпьем, помянем мужика. Ой, бедовый, все, пульс мне щупал. Типа, как вы себя чувствуете? Рекомендую прервать эксперимент. И сам прервался. Видишь, фонендоскоп к ушам примерз. Смешной он все-таки, хоть и мертвый. Ну, чтоб все ему было пухом. Давай. А, главное, мне хоть бы хны. Так вы же водку пьете, она вас согревает. Да, это да. Но не пить я не могу. Я ж умереть собираюсь, а не охрипнуть. Я ведь для того и еду, чтобы спросить, как там. А если я голос потеряю, глупо же будет. Конюх, а можно я вам быстро подарю подарки и пойду? Очень-очень холодно. Ну, давай, дари. Ага. Ой, спонсор этого выпуска — фабрика мороженых изделий — передает вам 100 порций пломбира. Ой, ну что сказать, вовремя. А еще один спонсор — турфирма «Отдохни в тропиках» прислала вам пляжный набор шлёпанцы, темные очки и ласты. Это что, с намеком, что ли, чтобы я их склеил? По такому холоду больше прошли бы эти коньки, я бы их отбросил. Ну, что еще? Ну как, умираете? Ты знаешь, корреспондент, чуть мне все лучше и лучше. Пойдем-ка, скинем меня с 11-го этажа. Глядишь, поможет. Путешествие 12-е в загробный мир. День 4-й. Мы ведем свой репортаж с центральной площади родного города нашего знаменитого соотечественника Конюха Федорова. Только что Конюха сбила машина при его попытке отправиться в загробный мир посредством попадания под машину. У машины выбито лобовое стекло, смят в гармошку капот, отлетело два колеса, водитель госпитализирован. На данный момент его здоровью ничего не угрожает, кроме врачей больницы, куда его доставили. Мы с Конюхом сидим в летнем кафе и пьем пиво. Ну, ты ж не все знаешь, корреспондент. На меня еще сегодня с подъемного крана плиту бетонную уронили. И все, понимаешь, бестолку. Срывается путешествие. Да, обидно. Вы же могли так обогатить науку. Но из Гёте мне нужно было одну штуку перетереть. С Гёте? А о чем вы с ним хотели поговорить? Да понимаешь, плыл один раз по океану полгода, и была только одна книжка — «Фауст Гёте». Ну, я тебе скажу, и нудотина, и главное, 300 страниц. Как говорится, эта штука будет посильнее, чем... Ну, даже не знаю, с чем сравнить. И что? Ах, хотел спросить, что он имел в виду? Ну, написал бы, как Крылов в конце. Типа, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Глупо, но понятно. Тьфу ты, смотри, эти комары уже достали. Да. Это, корреспондент, а тебя... Что-то не кусают? А, у меня средство есть хорошее. Сейчас, хотите, вас побрызгаю? А? Вот. Ой, 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 Конюх, что с вами? А что такое? Вы как-то очень покраснели. Да? Может, мне стыдно за что-то? Может быть, но вы еще и опухли. А, так я ж забыл. У меня же аллергия на средства от комаров. То-то мне так плохо. Конюх, держитесь, я вызову скорую. Зачем? Мы ж как раз своего добились. Прощай, корреспондент. Да как же это? Я ж себе не прощу собственными руками вас. Да не переживай. И потом, я ж ненадолго. У меня в субботу у свекра день рождения. Надо назад, по-любому. Ждите. Конюх! Конюх! Путешествие 12-е в загробный мир. День 5-й. Итак, вчера Конюх Федоров отправился на тот свет. У нас уже есть факты, косвенно свидетельствующие о том, что он достиг цели. Сегодня утром мы вызывали дух Конюха, гадая на кофейной гуще. И гуща сложилась в нечто похожее на надпись: «Идите в ж... в смысле, не мешайте, бухаю с Будённым». После этого связь прервалась. После героической смерти великого путешественника его тело было помещено в палату местного госпиталя, где за ним установлено врачебное наблюдение. А мне предоставлен кабинет дежурного врача. И вот сейчас я сижу у свечи и жгу на ней волос Конюха в надежде с ним связаться. Ой, погасло.
Я слышу какой-то звук. Есть здесь кто? Кто это? Это я. Конюх, это вы? Я корреспондент. А где я? Вы на том свете. То-то я смотрю, ни на что не похоже. А что вы видите? Покамест ничего, темно очень. Подождите, может быть, сейчас глаза привыкнут. К чему? К тому, что ничего не видно? А нет, кое-что вижу. Что? Что вы видите, конюх? Говорите, это очень важно. Руки вижу, большие такие, с ногтями, синие. Господи, как страшно. А что-нибудь еще видите? Вижу. Ноги чуть поотдаль лежат. Отдельно? Ну, от рук отдельно, а так прикреплены. К чему? Ко мне. Как? Посредством попы. К вам приросли чужие ноги? У вас четыре ноги? Почему четыре? Две. А вокруг себя ничего не видите? Вижу какой-то коридор и свет в конце. Господи, это же тот самый коридор, который описывали все пережившие клиническую смерть. Невероятно, невероятно! Подожди, корреспондент. Есть у меня одно подозрение. Призрак конюха, он идет на меня! Да ну, какой призрак, корреспондент? Это же я есть! Ой, кажись, не вышло ничего с тем светом. Ничего меня не берет. Даже средства от комаров. Ай, повременить придется. И все-таки мы поздравляем нашего героя с возвращением. Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника конюха Федорова.